Как прошел вас ваш первый день в Париже? Ну, скажем так, это первый мой гран-тур, и играется не так важно. Я изменил абсолютно такой ход Карлсон и поиграл один ход сделал, поиграл. Это было, конечно, неприятно. Так что остался неприятно. Ну, с Сергеем, я думаю, что немножко мне повезло. Наверное, у него крепкий пояс был. А я в какой-то момент, может, и чуть хуже стоял. Ну, выиграл. Я думаю, что первый день нормально. Если не считать такой зевок, как Карлсон, целом нормально. Расскажите, каково это иметь рейтинг 2800? Что это значит для вас? И как вы себя ощущаете, имея такой рейтинг? Ну, я так скажу, что я всегда мечтал, конечно, любого шахматиста мечта быть до 800. Но когда я же до 800 стал, как-то я понял, что у меня мечта была не самая большая. Так что еще есть желание продолжать играть хорошо, чувствовать себя хорошо. И до 800 это, конечно, был чел, я достиг, но с этим не все закончено. Моя шахматная карьера продолжается. Я постараюсь продолжать еще улучшить свой рейтинг. А какая следующая, какой следующий у вас предел, которого хочется достичь? Ну, у меня рейтинг еще пока 800, наверное, следующий пока хоть бы 801 стал, что с очередным, так скажем. Такого тела уже нету, но посмотрим, как будет. Каково это играть в студии без зрителей, но, естественно, само вещание идет на всю Францию. Каково это играть в таких условиях? Ну, я так скажу, у меня был уже такой опыт. Я играл с Касымжаном матч на телевидении, играл. Еще это был прямой трансляция, был Live TV, и из-за этого было такое чувство, я знаю, что за чувство. Но играть это по-другому, мне кажется, более тишина. А так, мне кажется, что то, что шахмат показывает телевидение и такое, что такие французском канале, это, конечно, здорово.